Sorento Prime, да? Какой комплектация она сейчас? Премиум. Самая максимальная? Ну, почти. Панорама на всю крышу? Да. По какой цене она идет? Новая такая, 2 894 900, без учета дополнительных выгод. 2 сколько? 1 894 000 рублей. Почти 3, да, получается? Ну, почти, да. Какой мотор у нас здесь? 2,2 дизель. 2,2 дизель. Так, это у нас в каком классе она сейчас? Конкурентная машина у нас. Конкурентная машина Кодиак. Как правило. Кодиак. Шкода Кодиак. Шкода Кодиак. Еще это что там? Mazda CX-9. И Hyundai, соответственно, Santa Fe. Гранд Santa Fe раньше был, сейчас Santa Fe новый. А в базе она от какой цены начинается? 2 миллиона рублей. Ровно, да? С каким там мотором? С 2,4 бензиновый. Этот, коробка? Какая будет? Классическая. Классный трансформатор. От 2 миллионов? Да, конечно. 188 лошадей. Это мотор от Optima, да, получается, стоит, да? Ну, Optima, Sportage, Sorento, CMF. У нас климат двухзонный или трехзонный? Здесь двухзонный климат контроль, для третьего ряда сидений еще один кондиционер стоит. Закрывается, да? Сколько лошадиных тут? Здесь 188 лошадиных. 188. 8-ступенчатый автомат здесь. Гидротрансформатор. 8-ступенчатый. Да. Тут кожа, да? Да, конечно. Тут пластик, да? Ну, подстрочка. Пластик, да, под кожу. А это? Это дерево. Натуральное, ну, дерево, да? Под дерево сделано. Пластик. Пластик под дерево. Индуктивная зарядка, да? Да. А в базе у нас полноприводная идет или передний привод? Передний привод. Пороги закрываются, да? Да. А этот, ну вот эта нижняя часть, порог, партизана, да? Она алюминий. Мы отдельно-то установили. В штатной комплектации его не будет. Не будет, да? Базовый. Да, да, да. Это алюминий. Да? Базовый. Это отдельно, как, ну, отдельная опция. Сколько она стоит по цене? Два порога порядка 19 тысяч на районе. Подножки, да? Да. Девятнадцатые колеса, да? 55-й профиль. 235-й резин. По оптике что можешь сказать? По оптике? Да. Диодная оптика. Диодная оптика? Да, здесь. Там три линзы или... А, здесь линза получается, да? А здесь линза, а здесь... Везде линза. Везде линза? Электропривод. Седьмой ряд сидений. Третий ряд есть. А, третий ряд, седьмой ряд. Да. Объем багажника. Объем багажника какой? Что? Объем багажника какой? Более 500. Здесь, вот, в данный момент. Ручное складывание. А здесь сколько будет при... Ну, здесь сейчас поменьше. Как 200, да? 200, да? Да. И складывается таким же образом, да? А запаска где у нас? Полноценно пятое колесо или... Да. На литье получается, да? Да. 19-й радиус же у нас был, да?
все автоматические стекла, да? Получается. Да. А валик выходит передний? Да, там есть дополнительный. А где он? Какая кнопка? Так. Не, не надо. Я разберу. Нашел? Сейчас. Так, с кнопкой. А, вот он. Все, нашел. Он сверху, где этот двигает сиденье. Получается, по рельсам. Сверху нее находится вот этот валик. Максимальный поднятие. Это только водительское или пассажир тоже имеется? Водительское. Только водительское валик имеет. Память двух, да, то есть два пассажира могут пользоваться памятью. Получается. Так. У нас вентиляция. Да, все верно. Вентиляция подогрев. Подогрев. Автохол. Она включена или как? Ну вот там на приборной панели отображается, когда она включена, когда нет. А, здесь, то есть она не показывает, да? Ладно. Тут у нас камера, да? 360? Да. Тут впереди. Передняя правая? Это левая, это правая. А, левая, да, это правая. Это уже задняя. 360, это получается. Вот так. Давай пускай задняя будет. Это автоматическая парковка. Да, все. Так. Ну, дизель. Что-то, конечно, слышу, но... восьмиступенчатый же, да? Да. По расходам сколько она кушает? Заявлено порядка 8 литров. 8 литров это городской режим? Смешанный. Смешанный, ну, городской. И трассовый показатель? Я же сказал, смешанный какой-то. Нет, там город, трасса. Нет, трассовый есть у него вообще? Да. Трассовый порядка 6,6. Конечно, слышим, да. Эти моторы шьются вообще? Да, конечно. Да с каким можно его поднять? По гарантии она вообще проходит? Или? Слушайте, но нашего сервисного ТО, ну, прошивки у него нет. А так местные умельцы делают. Скольки раздувают, не знаю. Потенциал есть, да? Пешеходов видят? Нет, нет, по распознаванию. Нету, да? А автоторможение там этот, ну, если забыл, например, включить. То есть нажать на тормоз, а на автомат. Нет, автоматически не затормозит. Не затормозит. Круиз адаптивный или? Нет. Не адаптивный. Пассивный круиз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
какого года она производство получается? 18-й. В 18-м году она начала ходить, да? Нет, ходить она еще начала раньше, в 15-м году, по-моему. Рестайлинг у них был в 18-м, в 18-м году, именно этот автомобиль 18-го года. То есть 18-го года произошел рестайлинг конкретно, ну вот. Ну, конкретно как сейчас он выглядит. Спинку тоже обувает. Чувствуется холодок. В районе поясницы чуть повыше. Так, передачу как-то лепестков нету, да? Налево можно перевести. Четвертая передача. Третья передача. Так, мы сейчас в комфорте едем, да? Да. Как можно... Драйв мод. Драйв мод, это уже спорт. Где какой режим? Спорт режим. Смарт. Смарт это что? Это адаптивный режим, который подстраивается под манеру вождения водителя. С автоматом, да? Ну, автоматически. Подстраивается, да. А по подвеске там по амортизаторам, по комфорту. Амортизаторы здесь не адаптивные. Пассивные амортизаторы. Помощь водителю, это что такое? Настройки управления. Так, сколько динамиков тут? Здесь порядка 12 динамиков. Премиальная система Harman Kardon стоит. 12 динамиков, здесь тоже, да, динамики? Так, у нас... Так, как что тут поменять? Так. Блин. Что ему сделать? Ну, радиостанцию включать хочу. Прослушать. Возможно я? Ну, конечно, это можете громче сделать, послушать. При движении, конечно, я мне пока привыкнешь к этому. Разобраться надо. Подключение по Bluetooth возможен? Да, конечно. Так, давайте попробуем включить что-нибудь. Я думаю, это не в движении нужно делать, а в статике. То есть встать, да? Ну, это небезопасно, да, конечно, надо. Ну, вот, например, хочется мне послушать музыку, я встану на обочину, включу это все и поеду дальше, да? Да, то есть... можете поступить именно так. За 2800 так и сделаем. Это дерево или пластик? Пластик, это, да? Это пластик, да, это дерево.
Вот объем бака сколько? Объем топливного бака 70 литров. И на сколько оно хватит? Километров? 800 километров. Даже можете посмотреть. Да. Это у нас дневные ходовые огни получается, да? Или это ближняя сетка. Дневные как у нас? А вот так. В паркинге сейчас. Да? В паркинге сейчас. Паркинг. Удобная вещь, 360 камеры, прям полосы видно, все дела. Да, безусловно. Можно безошибочно, прям ровненько припарковаться. Все, да? Можно ключи посмотреть? Ключа открывается и закрывается багажник, да, получается? Да, сейчас только не открывайте, потому что ну, я близко припарковались. Да. А она предупредит то, что там препятствие сзади есть? Ну, например, я случайно образом нажал вот эту кнопочку, она не откроется или все-таки же откроется? Она откроется. Понятно. Ладно, спасибо.